Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очередное видео, присланное мне на почту для вступления в мою закрытую группу, где я выкладываю тренировки по принципу периодизации, циклирования различных мышечных волокон, где мы прокачиваем все типы мышечных волокон – гликолитические, окислительные и промежуточные. Тренируем массу, силу и выносливость. На рельеф, вы помните, можно только правильно питаться. Вы тоже можете сделать подобный ролик, прислать его мне на почту и получить доступ в мою группу совершенно бесплатно. Либо оплатить $250 и вступить в эту закрытую группу. И пожизненно получать тренировки на каждую новую неделю, новую программу тренинга. Привет, меня зовут Оксана. Начала заниматься с конца февраля 2017 года. Канал Heavy Metal Gym нашла через пару месяцев после того, как стала ходить в зал. Через сайт узнала программу для новичков, которая состоит из 4 ступеней. Первую ступень я преодолела за 6-7 месяцев. И на данный момент выполняю приседания и становую тягу с 50% от своего веса. Также изменила упражнение подтягивания в гравитоне на подтягивание в тренажере Смите, так как более эффективнее для меня. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк и обязательно напишите в комментариях, что вам не понравилось, с чем вы не согласны и что, по вашему мнению, должно быть по-другому. Это будет конструктивная критика, только такую мы воспринимаем. Снимайте свои ролики, присылайте мне на почту, давайте делать канал интерактивным. Совместно продвигать канал, чтобы он стал действительно народным, чтобы любая точка зрения на тренинг, на питание, на то или иное упражнение, адекватная точка зрения, была услышана. Потому что каналов, где пиарится, рассказывается о огромном количестве людей, известных или не очень известных профессиональных спортсменов, достаточно. Как у нас, так и на Западе. Давайте делать наш канал простых людей, зачастую даже не стремящихся выступать на соревнованиях, но вставших на путь самосовершенствования души, тела и сознания. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.